Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим разговор о звуках нашей речи. Богатство звуков русского языка действительно поражает. Но мы с вами должны знать характеристики каждого из этих звуков, чтобы научиться грамотно произносить слова. Вы, конечно, знаете, что все звуки делятся на две группы. Гласные, для образования которых участвует голос, потому они гласные называются. И согласные, для образования этой группы звуков нужен либо шум, либо сочетание голоса и шума. У каждого звука своя характеристика. Гласные звуки, их всего 6, могут быть ударными или безударными. К этой группе гласных мы должны отнести А, О, У, И, Э и И звук. Особую группу гласных составляют йотированные гласные, которые обозначаются буквами Е, Ё, Ю, Я. Поскольку йотированные гласные даже в слове содержат Й, Йот, йотированные, они могут указывать точнее на два звука. Йот и какой-то еще один составляющий. Отсюда их название, йотированные гласные. Согласные же, их всего 36, отличаются более сложной характеристикой, поскольку они могут образовывать пары по звонкости, глухости и по твердости, мягкости. Особую группу составляют сонорные согласные Л, М, Н, Р и их мягкие фонемы, так как для этой группы согласных, чтобы воспроизвести их, в отличие от всех остальных, нужно добавлять еще немножко голоса. Сонорные – второй термин, который помогает понять, о какой группе согласных идет речь. Сонорные. Мы даже в этом слове немножко голоса больше добавляем, помимо шума. Есть согласные, которые никак не изменяются при произношении, то есть не имеют парных фонем по звонкости, глухости и твердости, мягкости. Поэтому их характеристики остаются всегда неизменными. Эту группу согласных нужно запомнить. Запомнив их единожды, потом без труда вы сумеете давать характеристику и фонетическую, и орфоэпическую каждому абсолютно слову. И давайте посмотрим на эту группу согласных. Первый согласный – йод. Он всегда звонкий, непарный, мягкий, непарный. Второй согласный – ж. Всегда звонкий. Вот у этого согласного есть пара по глухости – ш, но он при этом будет всегда оставаться твердый и непарный. В русском языке, пожалуй, всего два слова можно назвать, где мы будем слышать каждый раз, когда произносить эти слова будем, мягкий согласный «ж». Дрожжи, вожжи. Все, больше слов в русском языке с мягким согласным «ж» нет. Это произносительная норма. И вот тут мы, конечно, будем ставить значок апострофа. В остальных случаях это всегда твердый, непарный, согласный. Х – следующий согласный, тоже звук, глухой, непарный, твердый. И вот мягкая фонема у этого согласного может встречаться. Ч – тот самый звук, который не имеет никаких парных характеристик, кроме одной единственной характеристики. Он всегда глухой, непарный, мягкий, непарный. И такой же примерно по своим признакам звук щ. Согласный, глухой, непарный, мягкий, непарный. Хочу обратить внимание, что щ и ш – это абсолютно разные звуки. И совмещать их один вместо другого использовать будет ошибкой. Щ – это мягкий, непарный, согласный, глухой звук. Обратите внимание на таблицу, в которую сведены все характеристики согласных звуков. Здесь очень четко демонстрируется, какие бывают парные по звонкости, глухости и какие бывают парные по твердости, мягкости. Отдельная группа, еще раз повторю, это сонорные согласные Л, М, Н, Р. И в следующий раз, когда мы с вами будем анализировать какое-то слово, мы можем совершенно спокойно обращаться к этой таблице, чтобы посмотреть, все ли правильно мы с вами охарактеризовали. Каждый ли звук получил ту характеристику, которую он, собственно, должен был показать в данном конкретном слове. Таблица поможет нам запомнить характеристики этих звуков, но обращаться к ней будем регулярно. Вспомните и запишите, пожалуйста, слова, в состав которых входит слово «фон». Ну, можно, наверное, растеряться, но я немножко подскажу. Домофон, например, телефон, граммофон, микрофон – это все слова, которые так или иначе обозначают использование звука.
воспроизводят, поскольку эти предметы – звуки нашей речи. Давайте попробуем затранскрибировать несколько слов. Пусть это будет телефон, домофон и микрофон. Обратите внимание, что у нас получится. Мы обязательно берем все слово в квадратные скобки, поскольку квадратные скобки указывают на то, что это звучащее слово, а не его орфографический облик. Обязательно нужно поставить ударение в слове и посмотреть, как в потоке речи изменилось произношение того или иного звука. Если в слове телефон «т» согласный мягкий, значит мы обязательно должны поставить значок апострофа возле этого звука, который укажет на мягкость. Обязательно ударный слог мы должны показать. Точно так же и в словах домофон, микрофон. Согласные мягкие обозначаем при помощи апострофа, согласные твердые остаются в том виде, в котором мы привыкли их писать при орфографическом облике. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что орфографический облик слова и его фонетический облик могут отличаться друг от друга. Давайте проведем анализ двух слов и словосочетания «ее мяч». Кстати, слово «ее» очень часто дают на олимпиадных заданиях по русскому языку именно для фонетического анализа, потому что оказывается, что это слово не такое уж и простое для характеристики. В первую очередь мы должны записать само слово «ее». Указываем количество слогов. Две гласных, соответственно, два слога. А далее фиксируем транскрипцию данного слова. Йод мягкий, и с оттенком э, поскольку в предударной позиции. Далее снова йод мягкий и ударный гласный о. Следующее слово, слово мяч. То же самое, записываем сначала слово, указываем по количеству слогов, гласных звуков количество слогов, это один слог, и фиксируем транскрипцию слова. М с апострофом, поскольку он мягкий. Далее у нас идет ударный гласный А и Ч, который имеет постоянную характеристику, тоже с апострофом. Только после этого нам нужно приступить к звукобуквенному анализу. Для этого нам нужно расписать слова следующим образом. Орфографический облик слова фиксируем в столбик. И сразу отмечаем следующее. Поскольку у нас целых 4 звука получилось, значит нам нужно расписать на каждую букву 4 квадратных скобки. Поскольку в первом случае буква Е обозначает 2 звука, и во втором случае буква Ё тоже будет обозначать 2 звука. И теперь уже в квадратных скобках фиксируем наши фонемки. Во второй уже и с оттенком э, далее снова йод и ударный гласный о. Вот теперь нам будет очень легко дать звукобуквенную характеристику каждому слогу. Йод – согласный, звонкий, сокращаем слова, только обязательно через запятую фиксируем каждую запись. Согласный, звонкий, непарный. Мягкий, непарный. Записали. Следующий гласный звук. А мы с вами уже знаем, что у него всего две позиции. Он в данном случае, этот звук гласный, мы записываем это. А далее он может быть либо ударным, либо безударным. Поэтому фиксируем его безударную позицию. Гласный, безударный. То же самое встретился нам йод снова, поэтому мы можем спокойно совершенно переписать первую строку. Согласный, звонкий, непарный, мягкий, непарный. И последний звук, гласный, ударный. Таким образом, у нас получилось две буквы, четыре звука. Обратите еще раз внимание на то, насколько отличается звукобуквенное количество в этом слове. Следующее слово, слово «мяч». Расписываем точно так же. Сначала
фиксируем орфографический облик слова, затем проставляем квадратные скобки для того, чтобы произвести транскрипцию, и записываем «м» с апострофом мягкий. Далее мы слышим звук «а», да еще ударный, поэтому обязательно ударение ставим, и фиксируем согласный «ч». После этого расписываем уже подробную характеристику. Итак, «м» – согласный, звонкий, непарный. В данном случае он мягкий, поэтому мы записываем, что он мягкий, парный, и фиксируем его парную фонему «м». Она будет твердой. После этого мы записываем характеристику гласного звука «а», запишем гласный, ударный. И последний звук согласный, глухой, непарный, мягкий, непарный. Характеристика звуков закончена. Осталось только подвести итог количества букв и звуков. И у нас получается 3 буквы и 3 звука. В данном случае количество букв и звуков совпало. И 3 звука. Вот и весь фонетический анализ. Итак, вы обратили внимание, еще раз хочу подчеркнуть это, что количество букв и звуков может не совпадать. Это зависит от фонетических характеристик каждого звука, которым свойственно менять свое звучание в потоке речи. На следующих занятиях мы продолжим разговор о характеристиках звуков. Знания, полученные на этом уроке, помогут нам лучше ориентироваться в орфографических правилах, а также будут способствовать формированию грамотной выразительной речи. До новой встречи, ребята!